8 мая у 19.30 на Аллее Героев отбудется открытие уже 4-й по лику областной громадско-патриотичной акции «Факел перемоги». А про полгодины на этом же месте пройдет шарговый этап акции «Парад переможцев». Гомельчане смогут пройти с портретами своих родных солдат по Аллее Героев. День Великой перемоги у 10 годин открыет шествие по улице Советской. Удел в им примут ветераны войны и працы, солдаты и наученцы городского кадетского училища, керавництво в области и города, коллективы предприемств и организаций. После на мемориале «Вечный огонь» отбудется митинг памяти. Далее на пляцовце каля Гомельского медицинского университета будет проходить массовое свято под назвой «Триумф перемоги». Так само сярод головных святочных пляцовок территория Палацово-паркового ансамбля. Тут на набережной реки Сож с уделом военно-историчного клубного объединения «Гонор мундиру» отбудется реконструкция одного из опошних боев Великой Айчинной войны. Это символично, потому что все-таки у нас сейчас майские дни. Это действительно те дни, когда закончилась большая война. И те дни, когда могли уже люди вздохнуть полной груди и понять, что война закончилась. Поэтому это символично, и мы решили взять аналогичную историю. И будет на набережной происходить это в рамках берлинской наступательной операции. Какие-то в пригородах Берлина буквально вот так, встреча, скажем так, последних дней войны. Видовищным так само обяцая стать показ айчинной и трофейной техники военных и послевоенных годов. На выставе будет представлено больше за 40 одинок советских и немецких военных мотоциклов, автомобилей, артиллерийских гармат и амуниции. Особные экспонаты представлены областным музеем военной славы, нечто уласность гомельских коллекционеров. До речи проведения шматликих культурно-массовых мероприемств запланировано на территории усих районов Гомеля. Горожане и гости города отрымают максимость с корыстью провести час, доведаться шмат текавого и отпочить. А большие праздничные мероприятия запланированы в районах города. Традиционно зона отдыха Пруты, Новобелецкий район, это Любинское озеро, Советский район, это Гомсельмаш, площадь Победы и традиционно проспект Космонавтов 70 и, безусловно, ледовая площадка, ставшая уже такой популярной в центральном районе. И в 22.00 состоится фейерверк во всех районах города. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».